Всем привет, с вами Кирилл, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы постигаем премудрости английского языка. Хотите хорошо знать язык и свободно изъясняться на нем? Придется постараться. Сегодня стараемся над очень популярной в разговорной речи фразой big deal. A big deal is something very important. For example, it's a big deal for me. Для меня это важно, для меня это серьезно. Let's try not to make a big deal out of this. Давай не будем придавать этому слишком большой важности. Why is it such a big deal now? Почему это сейчас так важно? Big deal – это что-то очень значимое и важное. If you don't consider something that important, you can say ironically, big deal. He's gonna be very angry with you. Big deal. I don't care. It doesn't frighten me. Он будет очень зол на тебя. Да ладно, прям напугал. He's the CEO of the company. Big deal. I am smarter than him anyway. Он главный управляющий компанией. Ну и что? Все равно я умнее его. Интересный момент заключается в том, что фраза big deal может употребляться с иронией, неся в себе совершенно противоположное значение. Как вы уже заметили из примеров ранее, чтобы показать, что мы несерьезно относимся к предмету разговора. Переводиться такое предложение может по-разному. Главный смысл – ну и что? Это не особо серьезно или важно. The other ways to say that something is not important to you are not a big deal or no big deal. Don't worry about it, it's not a big deal. Не беспокойся об этом, ничего страшного. So you ran into your ex-boyfriend, it's not a big deal. Ну и столкнулась ты со своим бывшим, ничего в этом такого. Другие способы выразить свое несерьезное отношение к предмету обсуждения – выражение not a big deal или no big deal. Обратите внимание, что во втором случае, если употребляется слово no, артикль отсутствует. No big deal. You can also ask a question with the same meaning. What's the big deal? So, I'm a little late. What's the big deal? Ну, я немного опоздал. И что? And we also have the phrase, it's not that big a deal, which expresses the same attitude. Would you let it go? It's not that big a deal. Может, хватит уже об этом? Не так уж это и важно. Вопрос «What's the big deal?» и предложение «It's not that big a deal» также служат для выражения нашего несерьезного отношения. Давайте подведем итоги. Big deal – это что-то очень важное и значимое, может употребляться с иронией и тогда приобретает противоположное значение. Фразы «Not a big deal», «No big deal», «What's the big deal?» «It's not that big a deal» значат примерно одно и то же и выражают несерьезное отношение. Например, вы съели торт, предназначавшийся для всей семьи самостоятельно, в один присест. Будучи увлеченным в этом действии, вы должны объяснить голодным родственникам, что ничего такого в этом нет. Это был не последний торт на земном шаре. Как же мы это сделаем? So, I ate the whole cake. It's no big deal. It's not a big deal. Big deal. It's not that big a deal. What's the big deal? Вот такие варианты у нас получились. Придумайте свой пример и напишите его в комментариях. Если вам понравился этот урок, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И смотрите полезные ссылки внизу под этим видео. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Скоро увидимся.